Каждое утро этот мужчина проделывает свой традиционный путь в 500 метров от съемной квартиры до работы. Сегодня он, как и всегда, примет десятки звонков, встретится со множеством людей, совершит несколько поездок. И все для того, чтобы помочь тем, кого принято называть «обездоленные дети». Таким ребенком когда-то был и он сам. Попал я в детдом в Краматорске, мне было 1,5 годика. Ну и после того, конечно же, детдомы, интернаты. Вот, как-то так. Ну, это, наверное, очень близко для меня тем, чем я занимаюсь. Только потому, что как бы я понимаю, что то, через что прошел я и мои ребята, с кем я работаю, с кем я общаюсь, с кем дружу, мы поддерживаем отношения. Мы стараемся поддерживать их всех. То, через что прошел я, проходят сейчас и другие дети. Руслан Ферима вырос в интернате. Не сосчитать, сколько раз он защищал слабых и дрался до крови за правду. А когда повзрослел, уже по-взрослому продолжил борьбу за правое дело. Создал и возглавил всеукраинский благотворительный фонд «Обездоленные дети». Не надо было никаких там сильных, больших усилий, чтобы открыться, чтобы что-то делать, чтобы что-то создавать, как бы для детей. Ничего особенного не происходило. Как бы мы сами своими силами все это делали. За свои деньги, за все свое. У нас есть помощь интернатовским детям, которые уже закончили такие спецучреждения. Мы их реабилитируем, помогаем устраиваться на работу, поддерживаем их, перечисляем им деньги. И такая программа вся полностью, что касается детей, которые закончили эти интернаты. У нас большая программа помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Это простые семьи, которые не могут тянуть, скажем, да, по нынешнему времени. И они вынуждены просто обращаться в общественные организации и фонды, которые вот таким способом помогают. Собирают, аккумулируют у простых людей и передают их вот тем, кто нуждается. Когда фонд только создавался, мало кто верил в его успех, ведь кроме пресловутого энтузиазма не было больше ничего. Богатых и публичных людей решили не привлекать, и случилось то, что часто бывает в нашей стране. Обездоленным начали помогать не миллионеры, а простые люди со средним и совсем скромным доходом. Статистика говорит о том, что чем дальше ты от центра, где живут у нас богатые люди, да, и самодостаточные, тем больше показатель, скажем, в тех же копилочках, в тех ящиках, у тех же ребят, которые работают на улицах, которые называются волонтерами. Вот. Статистику эту объяснить я не могу, и как бы, ну, это парадокс на самом деле, что у нас достаточно богатых людей, они ничего не делают для того, чтобы, скажем, у нас что-то изменилось. Я думаю, что если бы все богатые собрались бы и хоть что-то сделали в нашей стране, то, ну, процент и, скажем, соотношение того, что у нас происходит, да, с детьми, с больницами, да, и с другими заведениями, вот, снизилось бы, да, и смертность, и все остальное, и болезни, и все остальное. Ну, как бы, все прекрасно понимают, да, сколько оборудование стоит, да, и сколько богатый человек может потратить, там, скажем, на вызов какую-то звезду, там, да, скажем, вызвать и оплатить звезде, скажем, выступление какое-то. Там мы все можем включить телевизор и посмотреть, там, что звезде можно заплатить за один час 5 миллионов долларов, как бы при этом у нас каждый день умирают тысячи детей. Сегодня отделения фонда работают в 10 крупных городах Украины. Многие филиалы также возглавляют бывшие детдомовцы. В донецком представительстве фонда «Обездоленные дети» работает около 30 человек. 20 из них – это волонтеры. Каждый день со специальными опломбированными ящиками они выходят на улицы города. Татьяна стала волонтером всего несколько месяцев назад. В фонде ее работу оплачивают. Девушка говорит, что для нее, как для молодой мамы, это стало хорошей возможностью сделать доброе дело и в то же время законно заработать.
Я очень люблю детей. Вообще, мне очень жалко маленьких детей, которые бросают родители. Еще и когда ребенок больной, но это на самом деле проблема нашего, ну, социума. Вот у меня сама есть ребеночек, то есть вот я, ну, обожаю детей. На своем перекрестке она стоит несколько часов каждый день. Многие водители и прохожие уже знают девушку в лицо. Таня отмечает, что сознательность людей в последнее время возросла, и многие готовы жертвовать, но с умом. В день 1-2 человека, но спросят, как бы, и визиточку возьмут, и телефон спросят фонда, то есть, и как бы, ну, узнают что-то, ну, спросят, как бы, в какой больнице ребенок лежит, что, как. Есть люди, которые интересуются. Эти одноразовые пломбы с ящиков для сбора денег – по сути бухгалтерия фонда. За каждым номером определенная сумма, собранная в определенный день, документально оформленная. Вообще здесь все делают прозрачно. А в последнее время работники фонда серьезно занялись изучением деятельности псевдоблаготворителей. У нас есть такой фонд, я не буду называть его название, потому что им будут заниматься правоохранительные органы, когда мы будем к ним обращаться. На данный момент мы собираем всю эту информацию, потому что у нас уже зарегистрирована общественная организация, которая занимается ворами, мошенниками, называемся мы «Белые фонды». Вот. Это подразделение, которое входит в состав Всеукраинского благотворительного фонда «Обездоленные дети». У каждого прозрачного фонда есть официальный сайт. Здесь можно отследить, кто и чем помог, на какие акции, мероприятия, адресную помощь идут деньги жертвователей. На сайте приводятся имена и диагнозы детей, адреса больниц, требуемая помощь, а главное – многочисленные фотографии. Все это не самореклама, а законодательное требование. Большая ответственность человека, который хочет пожертвовать для того, чтобы посмотреть, куда идут его деньги, да, потому что он может сделать добро или может, например, покормить каких-либо мошенников. То есть, что предлагаем мы? Прежде всего, когда вы увидите наших волонтеров, вы обратите внимание, что все они в форменной одежде. Все не имеют удостоверения личности. Это специальное удостоверение волонтера. Все не имеют коробки с одноразовыми пломбами. И только что вы видели документы, где вот эти пломбы фиксируются. Они стоят на определенном месте. Они отчитываются за всю сумму, там, до копеечек, да, которые они приносят сюда. То есть мы просим всех заходить на сайт официальный, приходить в офис, звонить и узнавать, куда идут, что собрано, как. То есть люди должны контролировать процесс, они должны видеть. То есть задача организации – показывать прозрачность, показывать вот свою деятельность, да, открыто, и мы готовы это делать. Мы тоже иногда ходим по городу и видим разных людей, которые собирают, и спрашиваем, кто они, что. И вот мы были удивлены, что многие из таких людей не могут назвать название организации полное. Они не знают, как зовут их директора, то есть зачастую бывает, как зовут вашего директора, его зовут Витя. Хорошо, какая фамилия у Вити? Мы не знаем. Где ваш офис? Ну вот тут вот за углом. Где ваш офис? Ну вот где-то здесь по 50-летию СССР. То есть и люди не знают, они не владеют никакой информацией. Что они делают с этими коробками, мы тоже не знаем. То есть стоит остерегаться, и вот если хоть одно из таких условий, которые я назвал, не выполняется, но стоит два раза подумать. И это, если можно так сказать, самое мягкое мошенничество, с которым приходится сталкиваться Руслану Николаевичу и сотрудникам его фонда. Последние месяцы здесь ведут активную переписку с прокуратурой и милицией, пытаясь отвоевать бабушкину квартиру в центре Ясиноватой, которую обманным путем забрали у сироты Александра. Некоторое время Саша жил на улице. Вообще неизвестно, как бы сложилась судьба парня, если бы в историю не вмешался Руслан Николаевич. Я попросил, чтобы меня оставили на офисе, чтобы я не умер здесь на улице. Потому что я ходил голодный, я ходил, ночевал даже на компьютерах. Даже и никто, ну, ни дом молодежи об этом, даже мне ничем не помог. Я жил на улице, и просто я вот узнал об этом фонде, да, и просто мне как посодействовали. Руслан Николаевич говорит, что Саше можно помочь, потому что он сам борется за себя. А ведь десятки сирот, оказавшись в подобных ситуациях, отвергают руку помощи, потому что не верят, что чего-то можно добиться. Не зря логотип фонда – это ежик. Именно этот зверек является олицетворением ребенка-сироты. Большинство интернатовских детей, словно ежики, стараются держаться обособленно, не допуская к себе никого. Они выпускают иголки навстречу тому, кто хочет сблизиться и помочь.
Однако, несмотря ни на что, Руслан Ферима и сотрудники его фонда продолжают делать свою большую работу. Я не выпускник интерната, да, то есть у меня немножко другой жизненный путь. Но когда я вижу глаза этих детей, которые там вот на том же турнире играют в футбол, и они радуются, и я понимаю, что им нужна помощь, то мне тоже хочется для них сделать что-то доброе. Но каждый делает в своей сфере, да, кто-то имеет возможность собирать, кто-то, может быть, там договаривается и там перевозит эту помощь, а кто-то вот рассказывает другим, как можно помочь этим детям. У Руслана Николаевича пока нет своей семьи, но все, кому он помогает, чью жизнь делает лучше, и есть его дети. То, что мы делаем, то, к чему я стремлюсь, это, наверное, вся моя жизнь. Я всю свою жизнь помогал детдомовским, интернатовским, и мне кажется, я никогда не остановлюсь. Только в этом и есть смысл жизни.